Раннее утро. У входа в больницу пристроился грузовик с едой. Это очередная партия гуманитарной помощи медикам, которые сегодня вынуждены все свое время проводить с тяжелыми пациентами, зараженными новой вирусной инфекцией. Десятки ящиков с готовыми блюдами, здесь салаты и горячее. Чтобы подкрепиться, достаточно просто разогреть. Минимум времени, максимум пользы. Но и это еще не все. У вас нету минуточки, но мы хотели бы, чтобы вы выделили, уделили ее для себя. И хотели поблагодарить вас такими вкусными презентами от нашей компании. И сказать, шереметьевские торты благодарят вас. 100 коробок птичьего молока и еще 100 ассорти из пирожных. Кондитерская компания решила в буквальном смысле подсластить жизнь докторам. Я сама мама и сама переживаю, конечно, в такой период, в такой сложный период за своего ребенка. Но мы все здесь. Мы все работаем, чтобы наши врачи радовались хотя бы таким маленьким сладким презентом от нашей компании. В период пандемии важна любая помощь. Поддержку медикам оказывают не только продовольственные предприятия. Мебельные магазины, производители спортивного питания также помогают им в это непростое время. Нина Бережная, Ксения Брагина, Дмитрий Бочаров. Новости Химки ТВ.